Сегодня у нас такой салатик. Он из салата свежего, хрустящего, зеленого. Это у меня летис. Вы можете взять любой другой салат. Главное, чтобы это было свежее, вкусное листья. Помидор порезали. И добавили сыр каймак. Добавили специи. Если хотите, добавьте лучок, чесночок. Мы добавили просто специи, лимонный сок и оливковое масло или ореховое масло. Это очень вкусно и очень полезно. Ореховое масло гораздо, по-моему, полезнее даже, чем оливковое сейчас считается. Ну, почитайте сами, разберитесь с маслом. Салат получился очень вкусный. Получайте удовольствие, будьте здоровыми, счастливыми. Укрепляйте свой иммунитет. Радуйтесь жизни, ставьте лайки и подписывайтесь на канал. Получайте новые, легкие, быстрые рецепты.